отправляемся в большую экспедицию. Туда, где на тебя буквально в любой момент что-то может упасть или раздавить. Проблема в том, что весь день был абсолютным дерьмом. И как только ты теряешь контроль над кайтом и наклоняешь голову, можешь сломать себе шею. Если бы это была действительно серьезная травма со спиной, ты бы едва ли могла двигаться. Надеюсь, она не сломала себе спину. Ее страшно отпускать, но кажется ей вроде комфортно. Просто на лыжах мы определенно не пересечем эту штуку за то время, которое у нас есть. Я вижу риски, вот эти вот снежные мосты. Мы не можем это контролировать. Я не собирался рисковать или даже думать о том, чтобы пройти под тоннами льда, висящими над моей головой. Стоит вопрос, готов ли я подвергнуть своего друга риску, чтобы вот туда перебраться. Сейчас мы смотрим на один из самых страшных порогов, которые я когда-либо видел. Две галактики.